Есть тот, кто насильно врывается к людям. Он правил приличия не соблюдает. Стучаться он вежливо в сердце не будет. Он двери привычно ногой открывает. Не спросит у вас никогда разрешения. Не станет за наглость свою извиняться. Ворвется и скажет: «Мои здесь владения». А после велит, как царю подчиняться. Он знаки расставит, очертит границы. Для сердца напишет свои он законы. И стены воздвигнет вокруг из гранита. Хозяином властным воссядет на троне. И сердцу ни мысли свободной, ни вздоха. Оно против воли преклонит колени. Как тесно, как страшно, как больно, как плохо. По-рабски у дьявола быть в подчинении. Иисус никогда не ворвется к вам силой. Не в правилах Божьих вторгаться без стука. Он хочет, чтоб сердце само дверь открыло и Господа жизни впустило, как друга. Он вежливо в дом ваш сердечный стучится, желает войти, но стоит за порогом. Пусть сердце услышит и пусть согласится. Не бойтесь и дверь распахните пред Богом. Войдет он, и сердце наполнится светом, и станет тепло, хорошо и спокойно. Вы будете Божьей любовью согреты. Вы скажете: «Господи, счастье какое!» И с радостью сердце Христу подчинится, и место уступит Иисусу на троне. Он знаки расставит, очертит границы, на сердце напишет свои он законы. Законы любви, и принять их нетрудно. Преклоните вы добровольно колени, и ангелы будут хранить вас повсюду, как сладко у Господа быть в подчинении. И сердце ликует, и сердцу не тесно, и сердцу не больно, и сердцу не страшно. И в сердце свободы прекрасные песни, но вы открыли Христу ваше сердце. Не слышали стука, а Он к вам стучится. Прислушайтесь, это Господь и Спаситель. Пусть сердце услышит и пусть согласится впустить Иисуса, вы дверь отворите».